Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мне пришла вот такая вот чудесная посылка. Мы сейчас откроем и посмотрим, что там внутри. Посылка у меня с мини-фермера. Сейчас я быстренько это все распакую и посмотрим с вами. Я ее с нетерпением ждала. Мои подписчики знают, что у меня муж сделал полочку, где у меня сейчас стоят орхидеи. И эта посылка — незаменимая вещь на этой вещи полочки. Сейчас я тебя вскрою. Очень хорошо запаковано. Немножко сократила видео, чтобы не занимать ваше время, но упаковка прям надежная. Тут и сыночек мой нам помогает. Так. Самый ответственный момент. Ну что ж, здесь проще, наверное, открыть. Так, вот моя чудо-посылочка. Так, больше ничего нету. Долго я ее ждала. Думала, еще заказывать, не заказывать. Но так как у меня полочка находится в центре комнаты, даже не в центре, а в самой дали, солнечный свет туда не попадает. И лампа — это такая прям незаменимая вещь. Вот что мне пришло в посылочке. Это лампа с мини-фермером. Сейчас мы ее подключим и посмотрим, как она работает. Мы включили. Это спектр Full X2 для цветения орхидей. Поэтому у меня сейчас цветочки все уже готовы цвести. У них очень много корней, листьев. И я надеюсь, что на полочке под этим светом они у меня одновременно все зацветут красиво. И, конечно же, я буду снимать об этом обзор. Вот сегодня такая вот распаковочка у нас. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы смотреть дальнейшие мои видео.